наконец, большой футбол ПФЛ вернулся и на Нова-арену. «Динамо-2» возобновляет борьбу, свою борьбу в зоне «Запад» и принимает ЦРФСО «Смоленск». Зайцеву, ну вот, возвращение. Полевые игроки. 21 номер. Максим Петров. Смирнов. Хороший навес, и надо попытаться пробить поворотом. Попытка была новшему игроку ЦСКА. Новичку. А вот прекрасный удар. Как классно открылся, подключился Скалеров. И с левой ноги не смог, правда, точно попасть в ворота. Но и ошибается. Ошибается с вводом мяча из-за боковой игрок. И контрвыпад сразу же. Быстренько, хорошо. Удар по воротам. Великолепно играет Балаганский. Обил. Хотя он говорит, что жил и, в общем-то, не в Петербурге, а в Пушкине. Но это недалеко. Почти район. Удар по воротам. И как не попадает мяч сейчас в створ. Опорного полузащитника. И здесь как-то довольно-таки свободно получает мяч. Седьмой номер. Удар по воротам. И снова великолепные действия Балаганского. И аплодисменты в его честь. От Скалеров на смене ритма пытается поймать оппонента. Отличный навес. И нарушение правил, по-моему, да, действительно. Техничный. Навес на дальнюю штангу. Удара по воротам нет. Вновь хорошо играет Никита Анохин. С ногтей до мяча дотянулся. Как раз через зону недавно вышедшего и Шурыгина. Прострел, удар по воротам. Неплохо, неплохо. Смоленск. После первого тайма счет не открыт. 0-0. Задействуют фланги, нежели центральную зону. Бело-голубые. Ну, ЦРФСО похожая картина, только с несколько большим креном вправо именно. Отличный момент. Удар по воротам и гол. Великолепно. Дмитрий Суконкин переиграл сейчас голкипера. Оставил неудел Никиту Анохина и забивает крайне важный мяч на 54-й минуте. Ну, конечно, здесь соавтор этого гола, несомненно, и Никита Анохин от Смоленска. Разумеется, не хочется им оставаться на 12-й позиции. Хороший момент, хороший навес. И вот замыкал сейчас дальнюю штангу. Еще один навес сейчас последует. Да, здесь надо грамотно сыграть, позицию занять. Но вот это отскок, вот это удар. Иванов пришел помочь. Рябаконь под левый мяч. Неудобно бить. Продолжит через фланг. Великолепный пас. Сквозная передача. Удар. Гол должен. Как же так, друзья? Да что же это такое? Посмотрим, какое решение выберет Конурин. Это навес. Удар поворотом. Балаганский. Крепкими. Харченков возвращается назад. Но отличный перевод мяча на Хабалова. Удар поворотом и все-таки гол. Вот она, ошибка Харченкова в центре поля. На левом фланге атаки Смолян или на правом обороны Динамо СПБ. Прострелы Хабалова. Гол забил недавно вышедший на поле Денис Конурин. И вот в атаках гостей завершается сегодняшний матч. Еще один опасный навес. Удар по воротам. Ох-ох-ох. Снова футбольный бог на стороне Балаганского. И нет. Удается отбиться. И звучит финальный свисток Юрия Карпова. При счете 1-1 матч завершается.